На водителей, перевозящих детей без удерживающих устройств и автокресел, только за одну неделю рейдов было составлено 25 протоколов. Помимо этого, дополнительно с каждым нарушителем провели профилактические беседы. В Хозинском районе инспекторы вместе с учениками 16-й гимназии провели флешмоб «Соблюдай правила дорожного движения». Ученики выстроились вдоль проезжей части на тротуаре с плакатами. Водителям также раздавали листовки, в которых призывали быть внимательными на дороге. Кроме того, дети провели анкетирование пешеходов. Прохожим ученики задавали один вопрос – считают ли они сочинских водителей культурными? Более половины опрошенных дали положительные ответы.